Момент истины. Ну все. Господи! Товарищ прокурор, не бейте, пожалуйста. Прикол заключался в том, что этот баг на 99% практически автопобеда. Ну, кроме против гениев с мурлоками, у которых токсин на токсине, на призыве еще больших токсинов. Но таких очень мало игроков, поэтому у тебя, бесконечные роллы, которые прокачивают твоих демонов, ты можешь находить себе любые нужные карты, заклинания, триплеты, а если тебе везло еще и найти компаньона Хроми каким-то образом, кстати, из-за этого и удалили заклинания с компаньонами, но на ETC все еще можно было его найти, то сам понимаешь, что могло произойти. Забавность заключается в том, что показывать на ютубе такое нельзя, рофлы рофлами, но Blizzard следят за видосами на ютубе и банят. Такое уже было. Этот баг уже понерфили, поэтому не показать кам, как это выглядело, я просто не могу, потому что это банально смешно. Надеюсь, вам понравится. И так как играть в CS тогда было невозможно, я играл в World of Warcraft на сервере Cirrus. Самый большой онлайн игроков во всем СНГ, и игра абсолютно бесплатная. Короче, хардкор, если что, опционален. Если хочешь, пощекочи свои нервишки и готовься к тому, что любой крокодил для тебя будет смертельной угрозой. И да, если твой персонаж погибнет, придется сказать ему пока-пока и начать все заново. Но награда стоит того. WoW Cirrus существует более 10 лет, и это уже гарантия качества. А чё только не было сделано за все это время. Новые расы, новые локации и море уникального контента, чтоб ты не скучал. Не упусти эту возможность. Есть 3 гига супер камбухи в данных реализациях, которые 100 миллиардов процентов понерфят. Одна из них через Демона Молчезара, одна из них через третью таверну и возврат удвоения Слизнюком, и третья... я забыл. Вспомнил, через квест на копию купленной карты и Мурлока с бесконечным удвоением каждый ход. Пока что я сделал только одну камбуху через Слизня, но еще не смонтировал. It's okay. Я думаю, я все равно единичку возьму. Я уже сделал аниме на голове Кадгара с первым же скипом. Дали столбрас, смог триплет, ну типа золотить двух буянов, волка, ревендера, колобега. Что значит за столбрас? Сейчас же нет заклинаний на компаньонов. Или там есть вариант с прокрутки стол компаньонов теперь, потому что раньше такого не было. Теперь есть, прикольно. Квест, удалили квест. Удалили Динатри, удалили этот квест. И еще там что-то удалили. Временно выключили из игры, поэтому вы Динатри не видите сейчас. Квест на раскапку компаньонов тоже выключили. В принципе, пойдет. Квест. Мурлоков нету, обидно. Зверь есть. Разыграть 5 демонов. Это реально. Жаль, мурлоков нету. Показал бы вам аниме. Нету демона, к сожалению. Understandable, have a nice cock. Я думаю, мы сразу будем разыгрывать. Кажется, ты идешь к победе. Неплохо сыграно. Теперь разрывай успех. Вот был бы демон, да, душегуб, я бы взял сейчас спокойно эту карту. Но, увы. Два душегуба. Ладно. Окей. Две карточки. Увынск. Так, но мне нужно заклинание, которое возвращает существо в таверну, и найти Молчезара. Шарите, да? Я надеюсь, вы шарите. Будет аниме.
Да не факт, что будет. Я уже такую комбуху делал, даже с Хроби через ETC, но не нашел душегуба, прикинь, второй таверны, чтобы... Потратил 30 монет, не нашел ни одного душегуба. Так что, возможно, все будет зря. Возвращение в таверну, супер. Да. Увы. Нету Молчезара. Да, он считает первым существом и спел. Да, тут написано, покупайте карту именно, а не существо. Поэтому и заклинание тоже считается, но я не мог не взять там заклинание, потому что это основное заклинание для этой камбухи. Ну, сейчас ближайшие ходы мы будем терпеть. Главное, было бы прикольно, если бы мы сейчас 14 получили, а не 15. Было бы прекрасно. Даже меньше, чем 15. Здорово. Чтобы блок был. Круто, очень повезло здесь. Молчезар нужен. Если Молчезара находим, все, ГГ, автопобеда. Один маленький Молчезар. Все, что я прошу. Это не важно. Это не важно. Один маленький Молчезар повелевает ими всеми. Увы. Но сейчас, скорее всего, 15 получаем, и потом мы не сможем ничего сделать. Я нашел сейчас Молчезара, это было бы бесконечные роллы, это было бы автопобедами. Шанс есть? О! Если мы выиграем или в ничью сыграем, это даст нам дополнительный ход на то, чтобы все-таки выиграть. Да. Кто гавкает? Чат, наколдуйте мне Молчезара, пожалуйста, одного маленького. Я много не прошу, просто один Молчезар. Божёшь, да. Ты чё, колдун? Я даже не буду здесь... Даже два. Готово. Теперь надо не профукать момент. Теперь мы его... Мы, смотрите, прокручиваем его штуки, да? Возвращаем в таверну. И теперь мы терпим. Вот, на следующем ходу был, по крайней мере, вчера и позавчера баг, что у вас теперь прокрутки бесконечные. Не знаю, будет ли это считаться за багаюзом и забанит меня или нет, но будем считать, что мы экспериментируем. Конечно, забанят, наконец-то. Уйду в Харсон тогда. Ой, блин, Тарков, Селёха, прощай. ББ. Спасибо. Он сейчас золотого соберется и облом. Ну я тогда продам специально. Не, я сначала тогда возьму нефтяной фонтан, потом этого. Я звоню маме. Не надо. 15, да? Да что ты? Да что ты? Хотя зачем мне деньги дополнительные? Не, ну в смысле донати. Не, я не про это. В смысле в Харсоуне. У меня же и так будут бесконечные. Так, ну чё, проверь очка. Если что, я не знал об этом существовании. Да, если ко мне придет товарищ прокурор, отмазывайте меня о том, что я не знал, что это так работает. Да? Если что, я не знал, что это так работает. Момент истины. Ну все. Господи! Товарищ прокурор, не бейте, пожалуйста. Я просто хочу хихикать. Я просто хочу хихикать. Я звоню маме. Не надо. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Какая бредятина, боже. Бе. Ну, это так работать не должно, ребята. Мы искренне надеемся, что это максимально быстро пофиксят. Да? Прокуратура, слушаю вас. Не надо.
Сколько там вышло? Его надо каждый раз менять? Серьезно? Я не знал об этом. А, да, все, все, починилось, ребята, все. Все, все, все. Мы починили баг. Больше. Ну, ладно. Окей. Окей. It's okay. Ну, самое забавное то, что это все равно выиграть можно мурлоками. Только вы никому не говорите, пожалуйста. Не баньте меня. Окей. Да-да, я помню про квест, чтобы триплет не собрался. Да-да. Вы ничего не видите. Да? Yeah. Никому не говорите про этот баг. Это окажется нашим маленьким секретиком. Ну, кстати, если найти заклинание возврата... Ладно. За то, как прокуток я найду триплет вот этого. Мне даже очень интересно. Я повелеваю скверной! Я не заюзал. Потому что все равно, я думаю, это ГГ. Никому не говорите. Ребята, вообще не используйте это баг. Я просто решил напомнить Blizzard то, что, ну, как бы надо вот это вот пофиксить. Это мысль такая, чем больше об этом узнает, короче, это, ну, вы, да. Не баньте меня, пожалуйста. Не баньте меня, пожалуйста! Не надо пробовать, не надо идти пробовать, не на... Нет, не надо идти, не надо, остановитесь. Как ты это сделал? А я не скажу, ну как бы я не хочу пропагандировать баги. Я сделаю видос. Шучу. Или не шучу.